Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Гедеон и ангел Господень. «И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо, а я пресноки, и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.